Привет всем! Вы на канале Valerie Life. Прошлый год у меня выдался довольно-таки насыщенный. Сначала я пошла работать, и именно из-за этого места работы мне пришлось кардинально пересмотреть свое профессиональное направление. Потом я завела вторую собаку, второго Golden Retriever, вторую девочку Golden Retriever. Потом мы продали наш дом, и поэтому всем тем, кому интересно, пока мы отсюда еще не съехали, я готова снять небольшое видео а-ля рум-тур. Конечно, мы уже купили новый дом, но переедем в него в апреле. Но, наверное, самое радостное событие для меня – это то, что я наконец-то дохуделась до своего идеального веса. И методом пробы и ошибок у меня вывелась моя формула похудения. Потому что всевозможные детокс-программы, которые на данный момент сейчас очень модные и популярные, мне не подходят. Также марафоны для похудения мне тоже не особо подходят, потому что мне хочется кушать. Только при одной мысли детокс у меня начинается безумный жор. Поэтому, как я уже сказала, методом проб и ошибок у меня вывелась неожиданно даже своя формула похудения. И, девочки, я вам сразу хочу сказать, ни о какой таблетке для похудения речь не идет. Но если вам интересно, оставайтесь смотреть. Так вот, к сожалению, ни одна новомодная детокс-программа мне не подходит, потому что только при одной мысли детокс у меня начинается безумный голод, а на второй день детокс-программы я себя чувствую просто отвратительно. У меня все болит, начинается депрессия, мне не хочется жить, плохое настроение и так далее. Поэтому с детокс-программами я распрощалась раз и навсегда. Конечно, формулу похудения никто не изменил. Худеешь только тогда, когда у тебя дефицит калорий. Дефицит калорий достигается двумя способами. Или мало ешь, или очень много спорта. А в идеале сбалансированное питание и спорт. Также нужно помнить о воде. Ну, без воды просто-напросто никуда, потому что чем меньше пьете вы воду, тем хуже состояние вашей кожи, тем хуже состояние вашего организма и так далее. О пользе в воде снято огромное видео, написано огромное количество информации. Нужно, как ни крути, минимизировать мучные изделия. То есть я не могу сказать, что я отказалась на 100% от булок. Я могу согрешить, но это сведено к минимуму. То есть хлеб я свела, ну, к максимальному минимуму. Спорт. Так получилось, что когда я работала, от поезда до офиса у меня было 20 минут. 20 минут пешком. И сначала, конечно, я залазила в метро. Но так как метро в Монреале – это самая, наверное, нестабильная система, то в один прекрасный момент я плюнула, начала ходить пешком. И 20 минут туда, 20 минут обратно, у меня получалось 40 минут пешком, плюс по дому, плюс по офису. И я так набегивала 10 тысяч шагов. И вы знаете, с чем я столкнулась? Я столкнулась с тем, что вроде бы питаюсь, как питалась, а вес начал падать. Потом к своим пешеходным прогулкам я подключила мужа, потому что у нас офисы находились рядом. И он также заметил, что он начал терять вес. После того, как я ушла с работы, я, соответственно, перестала ходить. И вес вернулся на круги своя. Такая же ситуация случилась с моим мужем. Поэтому я поняла, что 10 тысяч шагов придется возвращать в свою жизнь. И если кто-то скажет, что зима, что некогда, что сидячая работа и так далее. Девочки, я марширую везде. Я готовлю еду, я стою возле печки, я марширую. Я проверяю уроки у ребенка, я стою рядом, марширую. Я смотрю телевизор, я стою рядом, марширую. 10 тысяч шагов – это как отче наш, это навсегда, это пожизненно. Я сейчас, наверное, недели две начала забивать на свои шаги, и я увидела, что вес полез вверх. Не сильно, но полез. Дальше – спорт. Я отлично понимаю, что если вы работаете, у вас дети, дом и так далее, на спорт выделить время тоже не так-то просто. Но я вас не заставляю по полчаса каждый день заниматься. Есть куча интенсивных тренировок на 4 минуты, на 10 минут. Я занимаюсь каждое утро 10 минут. Но важно, чтобы вы потели при этой тренировке. Если вы не мокрая, вы не худеете.
вы должны быть мокрые. Если не получается в обычном топике, одевайте вот эту антицеллюлитную одежду. Только после этого вы увидите результат. Ну вот и все. Как видите, моя формула очень проста. Минимум 1,5 литра воды, 10 тысяч шагов в день, как хотите, перед печкой, перед телевизором. И хотя бы 10 минут фитнеса, но именно высокоинтенсивного, чтобы вы были после него мокрые. Вы увидите результаты. Да, кстати, если вы еще откажетесь от хлеба, то результат вы увидите очень быстро. Девчонки, но самое главное, помнить, что если вы вдруг решили худеть, то это нужно принять как образ жизни, а не просто сегодня худею, завтра поправляюсь, послезавтра опять худею и так далее. Потому что как только вы начинаете худеть, ваша кожа начинает вас расстраивать. Тем более, если вам уже за 35, за 40. Вот. Поэтому я в процессе похудения пользуюсь вот такими щетками. Я делаю массаж щетками по всему телу. Знаете, отлично работает. Я акцент делаю на животе, потому что это моя проблемная зона. Но я думаю, что это у многих проблемная зона, особенно после рождения детей. Я делаю массаж щетками перед каждым принятием душа по всему телу. Я делаю руки, ноги. Я даже слегка затрагиваю шею, но тут нужно смотреть, если щетки не сильно жесткие, чтобы не травмировать кожу. Так что я вам всем желаю легкого и быстрого похудения, а также идеальной кожи. Если у вас будут вопросы, задавайте их в комментариях. Я с вами прощаюсь и до новых видео. Всем пока!